Права предпринимателей защищены. В прошлом году в Карагандинской области с различными жалобами обратились 150 бизнесменов. Затруднения с выдачей земельных участков и разрешений на строительство. Неправильное начисление налогов, незаконные проверки. Вопрос каждого пятого решен положительно. В области открыто 18 филиалов палаты предпринимателей. Функционируют 102 консультативно-совещательных органа. Создан совет по защите прав предпринимателей. В 2014 году проведена экспертиза 85 нормативно-правовых актов. Почти половина из них получила отрицательное заключение. Три субъекта предпринимательства защищены от включения в реестр недобросовестных участников госзакупок. Прекращено одно уголовное дело. Осуществлена защита предпринимателей на сумму 81 миллион тенге. В том числе отменено 20 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 3,5 миллиона тенге.